Символическое событие. вбита тысячная свая в опору моста через Керченский пролив. Работы сейчас ведутся круглосуточно на нескольких участках на суше и на море. Все конструкции проходят особые испытания. Мост должен выдержать ветер, скорость которого 56 метров в секунду. По словам специалистов, такой ураган бывает, но ну, раз в сто лет.